Сегодня в Махачкале примерно в 11 часов произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим горением по проспекту Шамиля 1Б. Пожаром было охвачено помещение на площади 35 квадратных метров. Разрушений нет, выбиты стекла. По уточненной информации, хлопок произошел в двухэтажном здании салона красоты. Пострадала одна женщина, ее госпитализировали. Ближе к 12 часам пожар был ликвидирован.